Так, друзья, начинаем сегодняшний кач. Кач будет на пик. Будем таскать 85 килограмм по 5 повторов. Большой вес. Начнем с разминки. Сразу вижу, что немного кривовато поставил стол. Разминка с весом 50 килограмм. Вот теперь все хорошо вроде бы. И... будет на 30 килограмм тяжелее, на 35. Ну что ж. Так, друзья мои, начинаем пик с весом 85 килограмм. Я поднял немного в честь новой программы. Сколько можно таскать 82,5 или можно таскать 85? Реально мой максимум сегодня, если делать 5 раз. 85. Так, друзья мои, второй вид, подход с весом 85. Первый был такой себе, да, напряжненький, но в целом нормально. Второй подход с весом 85. И раз. Раз. Не, 85 это, конечно, круто. Так, третий подход с весом 85. Третий подход с весом 85. Ногами работаем. Хорошо. Итак, друзья мои, четвертый подход с весом 85. Четвертый, так сказать, подход с весом 85. Что, штанга стоит себя бояться? Или тебе штанга бояться будет? А? Пойдем по четверочку дальше.